знаю, видать тут высота, не видать. Скала очень высоко. Ну, там где-то проглядывается Эльба. И тут еще все выше и выше и выше. И во куда нам надо еще забраться. Ну, туда мы сейчас поближе подойдем. Да, высоко. Интересно. Самое интересное, тут местами скалу, похоже, укрепляли. Сколько ж тут всего-то понастроили. Интересненько. В общем, вот эти камни, все-таки я больше прихожу к выводу, что их потом подкладывали, чтобы не было обрушения этих скал. Чем больше я на это смотрю, тем больше я это понимаю. И гораздо уже позже это делалось. Ну, возможно, даже уже как бы в прошлом и даже в этом столетии где-то местами. Ну вот, только я это проговорил, и вот тут внизу голову опустил, увидел то же самое. 1931 год, и похоже, вот эти здесь именно камушки подкладывались для того, чтобы вот эти скалы невзначай не рухнули. Но, по крайней мере, здесь это просматривается четко. Там местами, конечно, для чего вот эти арки все, это, конечно, вопросы очень интересные, и они никуда не денутся. Но возникают вопросы при виде таких камней, где ничего не подложено, они что, не будут обваливаться? Вот здесь огромная глыба, вот там я вижу тоже огромные глыбы, где ничего не подкладывается. Или они не могут обвалиться, те могут, эти не могут. Как это решают, как определяют? Ну вот это вот, чем вот только что я прошел, чем она больше вот вероятность у нее обвала, чем у той, которую я только что прошел. Да, она, по-моему, еще массивнее, чем та. Ну вот, под нее сделали опору. Или руки не дошли еще. Может, еще руки не дошли. Вот здесь я вижу с камней опоры кругом. А это совсем свежие. Ну и зубилом их под старину. То окна, то арки какие-то огромные. Так мы их не видели изнутри.
сверху, может быть, и видели вот оттуда, с выступа, но плохо видно было. А что-то снутри ты и отсюда, по-моему, не увидишь. Мы слишком низко находимся, чтобы увидеть, что там. А там заложено, Саш. Да ладно. Да, посмотри. Ух ты, а там скала. Ха-ха, нормально. Там реальная скала. Здесь три такие огромные арки. То есть здесь, если в этажи перевести, ну где-то 4 этажа. Да какие? Тут каждая арка 2,5 этажа. 2,5 этажа точно. Не, ну вот последнюю арку взять, потолок, где-то будет этажа 4. Не будет тут 4, тут будет 6-7 этажей. Да а не. Вообще вся эта высота, Саша, это выше 10 этажки. Не, ну высота, ладно. Ну ладно, я так не ориентируюсь. 1930. Ну вот это свежачок, это видно. Вот это все подкладывалось. Ну 1930. 90 лет все-таки уже, да? Якобы. Сколько я сказал? 900 или 90? Что-то мои ноги уже на мой язык действуют. Не, ну скалы, посмотри, местами как будто их просто чук срезали. Вот обчесанные прям, ну вот взяли ровненько такой ножичек, как по маслу. Раз и обрезали. Особенно вот это вот. Вот. Прям прямая, сейчас покажу. Вот она. Прям идеальненькая такая. Жук. И пошла вниз. Ровненько. Следы чего? Да тут альпинисты ползают. Где ты видишь? Так, ты посмотри на всю ее структуру. Вот там обвиска стоит. Вот туда посмотри. Вон наверх посмотри. Ты видишь, она как будто попилена секционно. Ну, это какая пила должна быть? Большая. Большая. Ты, ну посмотри, как ровно. Ну типа это. Песочком так надуло. Да. За 10 миллионов лет? Ну, у них миллионы, это везде они любят миллионы. Я когда эти миллионы слышу, мне так смеяться хочется, то ли плакать. О, красиво. Да тут что на чем, что под чем и что для чего. Просто ужас дикий. Вот эти опорные камушки, ладно. Хотя, что они тут могут, эти камушки, подпереть? Для красоты разве? Для эстетики их сюда могли воткнуть? Или для загадочности? Я теперь уже забыл, где я сверху видел, где вот как камни заходили за скалу. О, вот эта щелочка. А что здесь не заложили? Ну чё, вон слева же заложили, а здесь сил не хватило. Вот ту заложили, а эту нет. А они примерно одинаковые. Фух. Вот там у нас Эльба, там домики проглядываются. И там Эльбу видно. Высота хорошая. О, кто-то нацарапал. 1901 ВВ. И что там? С или С? Серп и молот. 1901. Серп и молот. Не понял юмора. Серп и молот? Да.
Да вон же, где буквы, видишь? И под буквами, видишь? Ну просто жесть. Там М Раниш. М Раниш. Да. Слушай. Тут, конечно, интересно. Здесь вот заложили очень много. Ну, реально очень много заложено. Да. И тут что было? Получается, там можно было домик устроить под скалой. Потом подрезали сверху и заложили камнями. Кстати, вот камушек один хочет выпасть.
Смотри. А что он так? Юра, его вообще вытащили. Тут все заглядывают. Ну-ка подойди. Помоги мне. Сейчас за паузу нажму. Зря старался, вытащил, а там еще один камень. В общем, за камнем еще камень. То есть это еще не в один слой. Ничего я там не смог увидеть. Ну вот, прорезалось у меня вопрос, для чего арки. Это арки над трещинами. Теперь мне понятно, зачем столько арок. Вот где трещина огромная, там арка. Где маленькая трещина, там маленькая арка. Это ясно. Ну, это вроде как бы в качестве опоры. Правда, я не знаю, насколько она может служить в качестве опоры. Потому что я местами вижу даже и щели, и серьезные. Поэтому тут как бы сомнение у меня, что она может служить в качестве опоры. Ну, хотя все может быть. Вот арка. Вот там щель и арка. Все нормально. С арками разобрались. Это у меня сверху мучил вопрос, для чего столько арок. Вот. Трещина, арка. Все понятно с арками. Хоть с арками вопросов. Хоть с арками, да, вопросов нету. Но вот которая внутри под аркой арка. Это, конечно, что-то. Ну, в общем-то, мы уже заканчиваем круг. Похоже. Наконец-то. Уже заеб. Тихо. Мы в эфире. Уже очень. Как-то так. Тысяч миллиампер часов. Или просто опускать с собой кабель питания. Вот по таким тропиночкам. Ну это хорошая. Там мы ходили и по камням. Тропиночки. Здесь тропиночка нормальная. И скалы нормальные, и башни нормальные, и щели некоторые заложены, и где-то подложены, и арки над трещинами. Вот такие вот. А там дверь, видишь? Ну, там очень серьезная арка. Просто жесть.
Вот это, конечно, очень интересно, что ж она такая черная. Причем это южная сторона. Ладно бы была северная. С южной стороны это очень интересно. Загорело. Так, только с теми арками я разобрался. А вот с этими арками у меня непонятка. Для чего тогда вот эти арки и на той стене, вот на следующей, там ближе к входу, их огромное количество. И причем некоторые за стену прячутся, за скалу вернее. Ну вот и подошло наше небольшое путешествие, 7,5 часов, проведенные в крепости. С арками вот с этими разобрался, для чего они здесь, они вот все над трещинами, ну вроде что-то мостика, да? Вот такие арки. К сожалению, вот для чего вот те арки, которые вот над окошечками. Ну это ладно, где окошечки. И вот там слева заделанные, замурованные окошечки, это понятно. А на той, на первой стене были просто арки. Просто в стене для чего? Для красоты, для эстетики. Итак, 7,5 часов здесь, плюс 3 часа дорога. Ну вот, 10,5 часов, ну где-то еще полчаса, пока сейчас дойдем уже и до парковки доберемся, где-то еще полчаса пройдет. В общем, как раз 11 часов путешествия. Теперь надо нам до ночлежки еще доехать, это как минимум 35-40 минут. И завтра мы едем снимать мост Бастай. Ночевать мы будем, наверное, не наверное, а в Чехии. Ночлежка у нас недалеко, где-то 35 километров. Но здесь, конечно, чем срезали, надо поискать. Видите, как кругленько довольно счесана скала. Есть ли вообще информация? Может быть, конечно, это для лифта так делали. Хотя что-то я сомневаюсь, что для лифта вот так надо делать. Серьезные у меня сомнения по этому поводу. Все же, скорее всего, ну так, по виду вот везде кругом сделаны зубила. Это я, конечно, не удивлюсь. Что скажут, что зубилами так кругленько срезали, ровненько. Интересно, конечно. Ну вот еще с этого ракурса и вот эти вот арочки по всей стене. Причем с этой стороны и с той стороны входа такие арочки. Много их. Сейчас я эту стену еще раз сниму. То есть мы пришли, круг дали. Сверху все обходили и вернулись к входу.
Вот многочисленное, просто очень много. Крепить стену они явно никак не могут. Они только вниз опору создают. Что если снизу пустота какая-то, да? Давление уменьшать? Сомневаюсь, потому что у нас собор примерно такой высоты, 90, по-моему, 2 метра. И там нету никаких арочек. Поэтому на этом все с этой крепостью.